Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. С 29 по 31 августа в Чите проходил первый шахматный турнир на Кубок губернатора Забайкальского края, в котором приняли участие более 120 спортсменов из Краевого центра, Чернышевского, Агинского, Дульдургинского, Магойтуйского районов и Республики Бурятия. Как заметил главный судья соревнований Денис Абашеев, в турнире не было возрастных ограничений. Шахматисты от 7 до 90 лет сели за столы и на протяжении трех дней выявляли лучшего. Также Кубок губернатора по шахматам прошел по новым правилам. Федерация шахмат международная приняла новые правила. И теперь практически за любую ошибку ошибаться уже нельзя, потому что за первую ошибку игрок наказывается поражением. То есть это вот самое главное такое, я считаю, нововведение, которое действует с лета 2014 года. Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский, приветствуя участников состязаний на награждение, отметил, что каждые последующие соревнования по шахматам становятся более массовыми. И это говорит о том, что любители этого вида спорта в Забайкалье становятся все больше. Очень хорошо, что на этих соревнованиях принимали участие маститы улан-удэнские спортсмены. Да, потому что все-таки международный гроссмейстер – это очень серьезное звание. Международный мастер – это тоже очень серьезное звание. И это все повышает, безусловно, уровень турнира. Это все повышает накал борьбы. Да? То есть надо все больше и больше сосредотачиваться, надо все больше и больше обладать опытом и знаниями. Да? Поэтому нисколько не переоценивая значимость этого турнира, считаю, что все равно около 130 человек, которые приняли участие, в том числе и 17 женщин, это очень серьезно. По итогам соревнований обладателем Кубка губернатора Забайкальского края по шахматам стал Антон Шамоев, мастер международного класса из Улан-Удэ. Я знал, что губернатор поддерживает шахматы. Очень хотелось посмотреть, как все пройдет. Посмотрел, все понравилось, замечательно. Соперники были разные, в принципе, все достойные. Очень везде шла упорная борьба. Я играл, так сказать, в обычные свои шахматы с полной выкладкой. Среди женщин победительницей признана Арюна Пронькина. Среди старших школьников – Имам Курбанов. В номинации «Школьники 2003 года рождения и моложе» – Николай Щапов. Среди ветеранов лидером стал Валерий Тароев. Александра Леонтьева, Анна Хвостова. Специально для Забинфо.ру.